Привет, YouTube, привет, друзья, с вами тут Теплота. И Дэн Силвер, привет, дорогие родные всем, ребята. Ну что? Мы уже тут радуемся, не можем дождаться быстрее посмотреть новое, не знаю, видео, новая песня Брэндона Стоуна и Дианы Анкудиновой в унисон. Уху, да, сегодня вышло, и мы решили, что нельзя терять ни минуты. И сразу нужно открывать, смотреть, реагировать, потому что это премьера. Да, вообще. Мы получили очень много ссылок, и у меня вот ссылка не открывалась, было написано, видео недоступно, но сейчас вижу, оно появилось на канале Брэндона Стоуна. Поэтому... Да, это супер, мы первым делом хотим записать реакцию на это. Да, не знаю, это будет клип или просто какие-то визуалы, сейчас глянем. Да, я в предвкушении. Главное, песню послушай. Я уже достала наушник, очень хочу. Очень хочу уже послушать. Ну что, давай начнем, да, Денис, давай, а там уже... Да, давай не тратить время зря. Ну что, ребят, все готовы? Да, готово? Ready? У-у-у, конечно, готово. Погнали! Давай. Похоже на клип. Да. Похоже на клип. А, нет. Рядом с тобой я чувствую покой. Она еще с субтитрами, можно подпевать. Какой голос обволакивающий. Ты удивляешь чистой красотой. Это не она уже, это Брэндон, по-моему. Да. Подниму судья. Посмотри, как светятся мечты. Прикольно комбинируются голоса. Да, у них очень хорошо сочетаются, да, голоса. Где мы навсегда вдвоем? Так, остановлю на секунду. Да. Первый раз вижу, что у Дианы с кем-то так голос сочетался. Я на самом деле, в принципе, не слышала много дуэтов Дианы. Это в основном с девочками. Угу. Вот. Нет, вот именно с мужчинами, да, вот у нее есть еще дуэты. Угу, но это очень круто, это они прям... Вот именно в унисон. Да. Именно в унисон, самое лучшее название песни. Извините, что мы иногда прерываемся. Да, мы прерывали, потому что я хотел сказать это, чтобы не забыть, потому что реально, как будто два голоса Дианы немного сместили там в обработке. Поэтому ты отреагировал такой. Да. Я такой думаю, блин, Диана. Новый стиль. Ладно, продолжим, ребят. Унесенные ветром навсегда вдвоем, мы останемся где-то, там, где звезды падают в моря, где целует горизонт заря. Очень красивая. Мне нравится такая стилистика у Дианы. Мы в унисон споем. Вот из какой-то сказки, знаешь. Mm-hmm. Мне кажется, эта песня станет хитом. Я уверена. Нашу мечту и чувства не предам. Уже выше. Да. Тысячи дорог, но каждый раз судьба у наших ног. Убери кус огня. Капец, у них голоса похожи. Смотри на звезды, видишь, как сияют. И пусть они нашу любовь оберегают. В них увидишь нас. Вау! Очень, надо нам кавер сделать. Да. Вдвоем мы останемся где-то. Там, где звезды падают. Я целую горизонт заря, навсегда вдвоем, мы в унисон споем. Я правда ощущаю себя в какой-то сказке просто. Я до сих пор в шоке с голосом. Mm-hmm. Мы в унисон споем. Целую горизонт.
голоса прям переплетаются, вот знаешь, вот так. В унисон. Правда, в унисон? Мне кажется, самое подходящее название песни, серьезно. Фу, мне аж не верится, что мы уже послушали. Да, немало. Нет, мы еще послушаем раз 10. А, кто-то, по-моему, писал, что есть английская версия. Да, мне тоже писали, я знаю. Послушать, может, тоже реакцию сделаем. Угу. Вообще, это раз. Классно, мне очень нравится. Ну что, Даш, давай свое впечатление, мнение. Я пока еще отхожу. Слушай, во-первых, первый момент, я раньше не слушала дуэтов Дианы с какими-то мужчинами. И услышать дуэт Дианы и Брэндона Стоуна — это уже огромный подарок. Но я, честно, не ожидала, что вот такое может быть, что настолько голоса, правда, могут быть именно в унисон, настолько переплетаться, это вот идеальная гармония. Вот знаешь, этот баланс, который люди так много, долго и тщательно ищут, вот тут он, мне кажется, прям налицо и на слух. Мне кажется, если бы я не знал, кто поет, вот просто бы написали Диана Кудинова в унисон, да, я бы слушал. Не знаю, понял бы я, что она с кем-то поет еще. Или что это у нее две звуковые дорожки, да? Да, вот просто вот Диана может... Ну, кстати, реально, вот у них голоса, да, ну и зная, насколько Диана талантливая, насколько она может менять вот тембр голоса и все это, конечно, можно подумать высоту, да, что это вообще поет она дважды. Вообще, блин, я до сих пор еще поражен немного. Я в восторге, честно, вот это одна из тех песен, которую хочется, как бы многие песни Дианы хочется переслушивать, но вот эту песню, которую вот я прям чувствую, что поставлю, знаете, как на будильник куда-то поставить, на звонок. Не проснешься, будешь слушать дальше. На самом деле, знаешь, вот эта песня, которую хочется просто, чтобы она отовсюду звучала, вот, да. У меня такое ощущение, поэтому, мне еще очень интересно послушать лайв-версию, надеюсь, они споют где-то на концерте, да, может быть, потому это... что тут понятно, что это студийная версия, голоса немного, конечно, понятно, обработаны, а вот лайв, прям эти эмоции все послушать живую. Почувствовать. А может быть, оказаться бы на концерте когда-нибудь, да, я вот все когда планирую. Пройдет этот ковид. Ну, слушай, можно будет нормально ездить, я вот все-таки как бы планирую. У меня вот одно из моих главных желаний на 2022 год — это попасть на концерт Дианы Анкудиновой. Поэтому... Ой, может, она в Кишинев приедет. Диана, я да, не знаю, вдруг, может быть, там кто-то смотрит из знакомых Дианы или Диана сама. Мы ждем в Кишиневе всем сердцем. Мы организуем концерт, мы поможем с этим, поэтому... Да, ну еще что? Реально мне хочется послушать английскую версию. Ребят, не знаю, она есть или нет, но кто-то писал, что есть, мы да, попробуем. Да, я тоже видела, мне кажется, что должна быть, мы поищем, если есть, все сегодня. Да. Мы прям... Сейчас мы еще раз русскую Роним. Послушаем уже без съемок. Еще раз, Денис. Да. Бабла, конечно, еще раз, мы еще раз 50-ю послушаем. Да. Ребят, ну что, пишите ваше мнение, как вам. Да, нам очень понравилось вообще. Я не ожидала, честно, вот, что дуэт может быть настолько чистым и настолько гармоничным. Такое очень редко, кстати, встречается. Поэтому да. Прям вообще. Пишите ваше мнение, делитесь в комментариях. Мы не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться. И, да, и что, все, тогда скорых мы прощаемся, встреч. Увидимся в следующем видео. Всем хорошего дня, вечера. Да, пока-пока.